Hello, everyone! Всем привет! Итак, сегодня мы с вами посмотрим группу Baby Lasagna, как раз которая представляет Хорватию на Евровидении. Но мы посмотрим с вами их клип, который вышел 5 месяцев назад. Если кто-то хочет посмотреть реакцию с Евровидения, также все есть на канале. Кто из России, Беларуси, пожалуйста, включайте VPN, чтобы это посмотреть, потому что оно заблокировано. Вот. А сегодня мы посмотрим Baby Lasagna и их песню «Айджи Бой». Максим, ты видишь это рок, это метал? Ну, это рок. Поехали, сейчас. Максим, короче, не смотрел мою реакцию с Рим Дим Диги Дим, по-моему, да, правильно так моих песен не смотрел? Конечно, он даже название знает. А то фильм смотрел. В общем, давайте сейчас вместе погрузимся в это увлекательное приключение. I wanna be Instagram boy. Oh my, 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 I am all out of joy. I wanna be social media toy. Oh my, 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 Instagram boy. I wanna be Instagram boy. I really wanna be just like you. I wanna be famous, great big star. I want them followers to go ah. I can be PC when I come in DC, just like the CC. It is so easy. Pick me, I'm the next star. I can be anything, is this your card? I wanna be Instagram boy. Oh my, 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 my. Should I bustle and dream? Tell me anything, cause I'm on your team. What should I buy? What color's the sky? What weed to smoke? How to cook a yo? Yeah, how are you walking? Why am I broke? On your content we will choke. I am one of a kind. I'm maybe out of my mind. I'm a maybe a toy. I'm an Instagram boy. Instagram boy, oh my, 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 Instagram boy. We'll be right back.
общем, вот такая была песня Instagram Vibe. Если, может, кто не понял, но по тексту там, в общем, идет смысл того, что все мы игрушки в медиа. Вот, то есть, когда мы попадаем туда, все, мы делаем все, лишь бы чтобы нас заметили. Вот такая ситуация. Ну, не все это делают, конечно. Ну, а что, не хватило этого? На гитарку там? Только барабан. А они знают, что гитара есть у них там? Я имею в виду, человека нет у них там. Он есть там. Есть? Да. А, все, понял. Ну, типа как... Блин, я даже не знаю, назвать это роком вообще. Ну, да, если считать, что это из Хорватии, то в Хорватии, в принципе, такое звучание рока есть. Потому что, кто не знает, я тоже, кстати, об этом не знала, я уже потом у сестры спросила, что он был гитаристом группы Мантра. Вот, а Мантра больше исполняет такой рок, и плюс там, как называется, свои вот эти штуки... Штуки. В плане того, что национальное звучание. А, то есть так вот хорваты звучат. Да. Попсово получается. Ну да, в принципе. Ну, в принципе, хорошая песня тогда. Мне очень понравилось, в плане, как она звучит, есть и мелодия, и очень прикольная, которая прям это заставляет реально тебя качать и запоминает. И, кстати, текст очень хорошо запоминается. И еще мне в проигрыше немножко напомнила группу Orange с песней Blue. Если кто не знает, такой это. Ну, это старая проект, по идее, группа. Знаешь? Да я, наверное, знаю, ее название сложно. Вот, и может как сюда вставлю. Они... Выступали уже на Евровидении? Кто? Они. Это вот только сформировалась группа в плане того, что он ушел в 2002 году из группы Мантра. В каком году? В 2002. Вот, и создал свой проект, и вот сейчас, в этом году, они поедут представлять... В 2002? Да. Сколько ему лет-то? Он чуть старше нас. Да. Чё, я ничего сейчас не понял. Ну, короче, он был участником группы Мантра, потом из Мантры он ушел. Может, в 2022, наверное? Ой, да, в 2022. Вот, и... Вот, а, у нашего возраста. Вот, получается... Создал? Создал свою группу Baby Lasagna. Вот, и получается, в этом году он уже едет на Евровидение представлять Хорватию. Но он уже приехал, уже поиграл. Евровидение не прошло. Мая Евровидение. Ну, отборочный там прошел уже. Я тебе говорю, он будет представлять Хорватию на конкурсе. Это значит что? Он прошел отбор. Так и видео-то есть? Да, но я тебе говорю, я в начале всё. Видео что говорила, что он заблочен в России. Надо смотреть VPN. Нельзя, наверное, говорить VPN слово. Можно. Ты вместе тоже нельзя оставлять. В общем, все, что тут произносится, это все неправда. Вам кажется. Мы будем мышлять на мире. Вот, в общем, мне понравилось, как это выглядит, мне понравилось, как это звучит, мне понравилось, это... Мне все понравилось, я ставлю 10. Мне правда тоже реально нравится, как звучат народная музыка именно в рок сочетается, как это очень круто звучит. Я поставлю 8 баллы, я сниму за то, что нет гитары. Да есть гитара! Но мужика не было там. Вот, и еще вот за попсовый сниму баллы. Да, Максим, надо немножко грани свои расширять. Нет. А третья твоя не попса? Попса. Они ну. Тоже попса. Ну. Мы сейчас о третьей не говорим. Мы сейчас в вымышленном мире, не забывай это. Вот, в общем, короче, мне все понравилось. Точно. Так. Ну, я думаю, нет, он не выиграет. Нет, там другие есть, кто выиграет. Ну, по крайней мере. Мы уже все знаем, я понял. Ну, давай, мы... Ну, в общем, это очень прикольно, что он едет в Хорватию именно в таком стиле, и это немножко отличается, что вообще Хорватия нам представляла. Вот. А, кстати, еще группа Мантра когда-то тоже отбиралась на конкурс, в 2008, что ли, могу ошибаться в годах, тоже на конкурс, но их тогда не пропустили. Ладно, там кто-то другой поехал. В общем, вот такая была реакция. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это все помогает для продвижения канала.
А также, если хотите подписаться на социальные сети, то ссылки в описании. Подписывайтесь на Телеграм, где я с вами общаюсь. Я очень рада каждому новому подписчику. И подписывайтесь на Максима. Ну, а с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю. Всем пока. Bye-bye. Чао. Пока по-хорватски.